Женщины спят. Ну, все спят. И летит, начинает кружлять. Через полтора часа начинает. Разгон берет и бабахает. Вообще не понимает, куда. Нет здесь никаких ни военных, ни базы никакой. Ничего нет. Тут одинаково. Тут еще другие, каждый день то приходит, кто без дома остается, приходит, ночевает, утром уходит. Но уже нигде просто лежать, просто сидя, они спят. Но уже боится, многих наших гражданин уже дома вообще нету. Мы хотим обратиться, ну, вот наши, тоже, скажем, да,